Сегодня на контроле сотрудников управления ЖКХ и отдела административно-технического контроля администрации улица Маяковского. Вдоль обочин лежат мешки с мусором, ветки. Улица Маяковского, она у нас, наверное, самая традиционная. Люди продолжают выставлять мешки, ветки выносить на дорогу. И, к сожалению, нам приходится наше муниципальное предприятие отвлекать людей, дополнительно снимать их с других работ, которые мы откладываем на поздние сроки. Это такие, как ремонт, уборка улиц, смет, в том числе и из тротуаров смет. Мы снимаем людей и занимаемся дальней, вывозкой вот таких вот мест, которые уже превращаются в стихийные свалки. Сегодня специалисты делают обход по домам, опрашивают жильцов, раздают листовки о правилах содержания территорий частных домов. С окрестных домов тоже сюда относят, ложат, увидят, кто-то положит. Один положит, и начинают все остальные, начинают. И ветки, и всякую малину сухую, все, что повырезали с огорода, да, и все сухую. А вообще в курсе, что мусор-то вывозится? С контейнера, и вот мы вам памятку дадим сейчас. Жителям напоминают, что мусор необходимо выбрасывать в специальные контейнеры, а складирование отходов в неустановленных местах – это административное правонарушение. Предусмотрена административная ответственность. По статье 8.22 Закона об административных правонарушениях на Сибирской области от 14.02.2003 года, номер 99 ОЗ, статья 8.22. Она предусматривает наказание в виде предупреждения либо штрафа от 2 до 4 тысяч рублей на физическое лицо. Жителям Бердска также напоминают, что складирование крупногабаритных отходов для дальнейшего вывоза допускается только на территории домовладений.